Почти пиратский клад. Теперь мы знаем, где Флинт спрятал свои сокровища. 2 миллиона рублей и 2 с лишним килограмма золота. Якутские исследователи обнаружили тайник. Правда, не пиратский. Золото было украдено с одного из промышленных приисков Якутии. Похитителями были 4 ранее судимых жителей Забайкалья. Часть украденного они успели кому-то продать. Следователи выясняют, связаны ли забайкальцы с бандой из Магадана. В начале ноября на Колыме был изъят клад в 30 килограммов золота.